друзья и ученики! Сегодня в ответах на ваши вопросы мы поговорим о Левзее и еще об одном интересном препарате. После моего выпуска именно о Левзее мне стало приходить огромное количество однотипных вопросов. Давайте поговорим сегодня конкретно на эту тему. Во-первых, Левзею я использовал практически во всех формах выпуска ее в аптеках, кроме таблетированной. Почему? И вам не советую. Если вы хотите использовать Левзею по максимуму, то вам нужно использовать любую форму, кроме таблетированной, потому что таблетированная форма не вызывает выброс тестостерона. А мы в первую очередь хотим получить от Левзеи именно этот эффект. Несмотря на то, что она очень хороший адаптоген и помогает вам чувствовать себя хорошо, помогает и настраивает центральную нервную систему, вы можете лучше сосредотачиваться на учебе, если вы посещаете институт или школу, также лучше сосредотачиваться на тренировочном процессе. Но что следует помнить? Следует помнить то, что таблетированная форма не вызывает выброс тестостерона. Но на все другие положительные эффекты от таблетированной формы вы можете рассчитывать. Откуда эта информация? Это информация из исследований Виктора Силуянова, которому я доверяю, который говорит очень умные и полезные вещи, и благодаря которому мой прогресс в натуральном тренинге шагнул далеко вперед. После применения его советов, его рекомендаций, особенно в тренинге на окислительные медленные мышечные волокна. Но лучше всего называть это статодинамическим тренингом, потому что с его помощью можно развивать не только медленные мышечные волокна, но и гипертрофию быстрых мышечных волокон. Обо всем об этом я рассказываю, а точнее, в закрытой моей группе, группа платная. Почему? Потому что на каждую новую неделю я расписываю тренинг по принципу периодизации, основанным как раз-таки на различных типах мышечных волокон. И мы тренируем там как окислительные мышечные волокна, так и гликолитические, промежуточные. Тренируемся на силу, на выносливость. А выносливость – это, ребята, тренировка мышц, не тренировка сердца. Если кто-то вам сейчас говорит, что нужно тренировать сердце, чтобы быть выносливым, это говорит только об одном. Человек не развивается, не читает современные исследования и ничего в этом не соображает, а стал в развитии где-то в середине 20 века. Я уже не раз рассказывал о том, что выносливость – это тренинг мышц определенным образом. Опять-таки спасибо Силуянову. Я учился в спецклассе по футболу и бегал на короткие дистанции быстрее всех, быстрее самых быстрых футболистов. А вы знаете, я вратарь. Я сейчас играю в хоккейной лиге любительской в Америке. И, будучи молодым, я тоже был вратарем только в футболе. Так вот, несмотря на то, что я вратарь, меня тоже заставляли бегать. А тренировки у нас были утром до школы каждый день и после школы каждый день были тренировки. Естественно, нужна была определенная выносливость. Так как хоккейный вратарь, я не уставал никогда, будучи футбольным вратарем, но бегать меня все равно заставляли. 10 кругов я регулярно пробегал вокруг футбольного поля как минимум. И что вы думаете, повысилась моя выносливость? Нет. Несмотря на то, что я был самым быстрым на короткие дистанции, среди всех, среди даже девчонок, на длинные дистанции я прибегал последний. И в этом нет никакого... я не стыжусь этого, потому что это не мои, как сказать, не характеризует меня как упористого или неупорного спортсмена. Я отдавался тренировкам от и до, поверьте. Но бег... Тренировка сердца не приносила мне. За 10 лет я не повысил свою выносливость ни на грамм. Поверьте мне. Но, когда я ознакомился со специальным тренингом
на окислительные мышечные волокна, я за 2 месяца привел себя в такую форму, что могу сейчас играть 2 игры подряд в хоккей, будучи хоккейным вратарем. Хотя, когда я начинал, после 15 минут на коньках, играя в воротах, я просто умирал. И мне приходилось укатываться со льда, садиться и долгое время приходить в себя. Спасибо большое Виктору Силуянову за то, что он научил меня, и теперь мои ученики тоже грамотно повышают свою выносливость, и за 2 месяца можно вывести практически любого человека на пик его функциональных возможностей, именно в плане выносливости. Кому интересно, найдите мое видео об этом и посмотрите. Обязательно, настоятельно рекомендую. Так вот, в группе вы можете найти тренировки, и те, кто подписался на эту группу, кто вступил в нее, ежедневно получает новый тренинг и тренирует все свои функциональные возможности. Тренирует силу, тренирует массу, тренирует выносливость и укрепляет связки. Все это на каждой неделе чередуется, циклируется, периодизируется. Немножечко о периодизации. Я против периодизации, когда вы тренируете 3 месяца силу, 6 месяцев массу, потом тренируетесь на рельеф. На самом деле это очень безграмотно и прошлый век. Как только я перешел на то, что каждую новую тренировку на одну и ту же мышечную группу, к примеру, на спину, да, сегодня у меня была сила, следующая тренировка у меня уже сразу медленные мышечные волокна, потом масса, потом медленные мышечные волокна, то есть медленные окислительные мышечные волокна я тренирую раз в 2 недели. А вот другие свои способности, силу, массу, я тренирую периодически. Также и промежуточные мышечные волокна. Почему я так делаю, я рассказывал уже не раз и в статьях, и в видео. Здесь скажу, что это позволяет максимально качественно и, оставаясь здоровым, прогрессировать натуральному бодибилдеру. Нет другого пути. Если вы проводите 2, 3, 4 однотипные тренировки подряд, вы просто убиваете свои восстановительные способности, тормозите свой прогресс. Это очень и очень важно. И что важно? Тренинг на окислительные мышечные волокна у меня занимает как минимум 5 различных тренировок. На силу также где-то 4-5 программ, сейчас я не помню. Несколько программ на развитие массы гликолитических мышечных волокон. И, конечно же, тренинг на выносливость, на развитие укрепления сухожилий, связок и промежуточные мышечные волокна. Вернемся к Левзее. Следующий вопрос, который мне часто задают, как можно пить Левзею на спирту. Ребята, если вам только религия ваша запрещает употреблять спирт, алкоголь в любом виде, тогда я вас понимаю. Но поверьте мне, пару капель утром в чай или просто в воду, как это делаю я, не вызовет никаких у вас побочных эффектов. А вам известно, если неизвестно, я вам это скажу, и вы можете это прочитать, сами убедиться. Исследования пока что показывают, что лучшая вытяжка происходит именно в спиртовых настойках. Поэтому я и принимаю спиртовые настойки, но не постоянно. Потому что есть Левзея и не на спирту, мне ее присылают из Украины, тоже, кстати, очень качественная, хорошая продукция. И, естественно, я люблю и листья, и корни заваривать. Это я люблю больше всего, потому что употребляю это как чай. Как часто я это принимаю и в каких дозировках? Я придерживаюсь дозировок, указанных производителем. На любой баночке, коробочке будет написано. И там как раз-таки написаны дозы, в которых нужно принимать. И когда принимать? Лично я рекомендую принимать это все в первой половине дня, вместе с завтраком и вместе с обедом. Не стоит это делать позже, особенно если вы гиперчувствительны, гипервозбудимы. Просто по одной простой причине, что вы не уснете.
Поверьте, я пробовал, крайне сложно уснуть. Просто реально невозможно. И даже если вы будете придерживаться рекомендаций, которые даю вам я, употреблять это в первой половине дня, возможно, вам будет сложно уснуть. Поэтому пробуйте и начинайте свой путь в употреблении, в использовании Левзеи именно только с утренних приемов. Постепенно потом вы поймете, нужно ли вам добавлять еще один прием и как ваш организм реагирует на это. Левзею можно принимать как парням, так и девчонкам, как мужчинам, так и женщинам. И, естественно, в подростковом возрасте лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом, потому что на подростковую психику может повлиять неадекватно. Лично я не буду брать на себя ответственность, давать такие рекомендации, если вы подросток. Поэтому посоветуйтесь с родителями, посоветуйтесь с врачом. В любом случае, конечно, вреда здоровью это не нанесет, но на вашу возбудимость, а вы помните все, что особенно парни в подростковом возрасте, мы и так гипервозбудимы. Поэтому будьте осторожны, у вас и так хороший выброс гормонов в крови и без упражнений, поэтому сосредотачивайтесь, если вы подросток, на подтягиваниях и отжиманиях. С 14 лет отрабатывайте технику приседаний и становых тяг, но опять-таки, именно сосредоточившись на технике, не думайте о весах, никаких отказов, никаких одноповторных максимумов. Только целенаправленно отрабатывайте технику, даже если это пустой гриф. Поверьте, это скажется очень колоссально на ваших дальнейших тренировках. Но сосредоточьтесь на подтягиваниях. Подтягивания – это то, что сделает вас нереально широким. То, что может вас в подростковом возрасте расширить до нельзя. Причем как в спине, так и задает это ширину плеч. Задумайтесь об этом, если вы подросток, и даже если вы не подросток, все равно стройте свою программу, именно отталкиваясь от подтягиваний. Я знаю многих про, которые начинают свою тренировку, любую, с подтягиваний. И поверьте, это дает результат. Как часто принимать Левзею в плане, можно ли ее принимать постоянно? Я не рекомендую ничего, никакие препараты принимать на постоянной основе. По одной простой причине, что наш организм привыкает, во-первых, а во-вторых, имеет способность накапливать все в себе. И если это делать регулярно, мы не знаем, как это накопленное все потом скажется на нашем состоянии здоровья. Поэтому лучше всего проводить курсами, циклами. К примеру, 2 недели употребляете, 2 недели не употребляете. Месяц, к примеру, употребляете, месяц не употребляете. Если вы употребляете только в дни тренировок, к примеру, это 3-4 раза в неделю, тогда можно немножечко удлинить курс приема до 1,5-2 месяцев. Но все равно, как минимум месяц между курсами нужно отдыхать. От любых препаратов, даже от витаминных комплексов. Вроде бы по Левзее ответил на все вопросы, которые есть. Если что-то пропустил, пишите в комментариях, в следующих видео отвечу. И опять-таки здесь по теме мне задают вопросы после этого ролика, какие еще можно принимать препараты для подобного действия. Ребята, не знаю, я принимал различные препараты, не после одного я не сдавал анализы, чтобы посмотреть, реально ли повысился мой уровень тестостерона. Но я доверяю исследованиям Силуянова, который утверждает, что они проводили исследования, брали результаты крови до и после курсов. И тестостерон, свободный тестостерон, подчеркиваю, реально повысился в мужском организме. А это очень важно, потому что общего тестостерона у вас может быть огромное количество, но важен именно свободный тестостерон. Кому интересно, почитайте, посмотрите. Сейчас очень много информации об этом в интернете. Чем больше у вас свободного тестостерона, тем больше и сильнее вы будете. В принципе, уровень общего тестостерона даже не так важен. Но это отдельная тема. Так вот, что я пробовал еще и с чем я столкнулся? Я живу в Америке, вы знаете, я получаю вот такие журнальчики, они бесплатные здесь для тех, кто пользуется продукцией GNC, фирменной продукцией.
и в магазине любой желающий может их получить. Я получаю такие журналы, они в основном, конечно же, вот посмотрите обложку, эти журналы в основном о современных и не очень продуктах спортивного питания и все, что с этим связано. Даются некоторые рекомендации по тренировкам, но все это крутится и вертится около спортпита. Как вы понимаете, это больше носит, конечно, рекламный характер. Но много интересного и полезного они печатают здесь из последних исследований. То, что считают нужным, то, что считают интересным. Я это тоже читаю, слежу и наткнулся на такую информацию. Вот буквально январский номер 2016 года. То есть еще свежак, пахнет свежестью. И здесь статья о радиоле розовой. А я говорил, что я принимал радиолу розовую, еще живя в России. Мне очень нравился ее эффект, так же, как эффект от элеотеракока. Но, скажу, я не знаю, как она действует на уровень тестостерона, и я не советую принимать ее вместе с ливзеей. Чередуйте два этих препарата. Так вот, данный журнал ссылается на исследования, которые проходили здесь в Америке, и говорит о том, что применение радиолы розовой ведет к уменьшению риска вирусных заболеваний, того же гриппа. А сейчас это очень актуально, особенно в России, зимнее время, да и не только в России, здесь у нас в Штатах тоже, хотя я живу во Флориде, здесь постоянно тепло, но тоже в зимний период обостряются такие заболевания. Так вот, прием радиолы может и обязательно положительно скажется на ваших адаптационных способностях, о чем здесь и пишут. Проводились полноценные исследования с применением радиолы, с применением плацебо, контрольной группы. Это все очень-очень важно. И хочу сказать именно о том, что тоже рекомендуют принимать препарат в первой половине дня, перед завтраком и перед обедом. Не принимайте такие препараты во второй половине дня, если вы не боитесь не заснуть. Если вы ложитесь очень поздно, то, возможно, вам это и не страшно. Но все равно начинайте всегда с минимальных доз. Они рекомендуют 600 мг радиолы розовой ежедневно. Именно такие дозы применялись в исследованиях, и уже через 15 минут она начинала действовать. Пишут, что очень-очень хороший защитный продукт для вашего организма. А я повторюсь, также это очень хорошо скажется на вашем здоровье в общем и на вашем тестостероне. Потому что об этом заявляет производитель, и многие бустеры тестостерона, кстати, используют радиолу розовую. Хотя, возможно, пишут другое ее название. Что еще я нашел интересного в этом январском номере за 2016 год? Ну, много что интересного, но именно чтобы как раз-таки закончить нашу с вами тему и тему Виктора Силуянова, насколько он актуален, насколько грамотны его рекомендации, потому что я знаю многих скептиков, многих недовольных, и, честно говоря, я их не понимаю, потому что это действительно работает, человек действительно серьезный, он является врачом многих сборных России по различным видам спорта, а это говорит о многом, согласитесь. Так вот, в этом номере я нашел интересные рекомендации по тренингу именно для культуристов. И что вы думаете? Ведь многие говорят, что в Америке не применяют такую методику, которую советуют Силуянов. Никакой статодинамики речи не идет. Так вот, в этом номере я нашел интересные рекомендации. Сейчас попробую найти. Пока ищу, расскажу. Как раз таки рекомендации по тренингу, по различным воздействиям на мышцы. И что вы думаете? В одной из рекомендаций дается как раз-таки
использования, применения статодинамики конкретно по рекомендациям Силуянова, хотя его фамилия здесь не фигурирует, хотя он это придумал. Так вот, в одной из рекомендаций конкретно дается рекомендация не обращать внимания на количество повторений, а смотреть на время, находящиеся мышцы под нагрузкой, то есть сколько времени занимает один подход. К примеру, вы выполняете подход подъема штанги на бицепс, не считаете повторения, сосредотачиваетесь чисто на ощущениях и работаете 30-40 секунд. Столько же времени отдыхаете. Это лишний раз подчеркивает, что американцы тоже не обходят стороной данную тему. Тема действительно актуальная, хорошая. И скажу, что я ее применяю уже второй год, даже, наверное, больше. И чем серьезней я к ней отношусь, тем лучше мои результаты. Помимо того, что вы будете расти, данный метод позволяет выбрасывать гормоны в кровь именно в работающие мышцы. Это очень-очень важно для натурального атлета. И что очень важно, периодизируя свои тренировки подобным образом, вы никогда не впадете в застой, потому что нет ничего хуже, чем однообразие, особенно для центральной нервной системы. Если вы угнетаете центральную нервную систему, то не ждите никакого результата ни от каких тренировок. Почему? Потому что именно нервная система иннервирует наши мышечные волокна. Если она угнетена, она не будет включаться на полную катушку, и вы не будете получать той отдачи по простой причине, что сигналы, необходимые для включения в работу максимального количества мышечных волокон, не будут даваться, не будут проходить по нервным окончаниям и не будут доходить до ваших мышц. Мышцы будут работать в холостую, если можно так сказать. Надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Если есть вопросы, не забывайте писать в комментариях. Если вам понравился какой-то комментарий, ставьте под ним лайк, чтобы я понимал, на какие вопросы отвечать в следующий раз в первую очередь. Увидимся в тренажерном зале, друзья! Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!